Чё там ей можно было понерфить? А маг на третьей фазе или чё? Лёха говорит, 10 лямов сняли с неё хп. Я себе... Её можешь за один купол убить тогда. Так ты вспомни, мы её переводили, у неё оставалось там с Гулькин хуй. А можно даже так и не перевести, я так понимаю. Не, ну фазы-то сдвинулись, там по проценту активируется фаза. И какая скачуха, те, кто на куполе же умирает. Плюс Лёха говорит, какой-то урон уменьшен. То ли масс, то ли чё, я хуй знаю. 4 урона по рейду, меньше урона по рейду в разы. Ой, так нету, если шары каст сбивать, то в принципе чего там получится. Так, а провокатор ЕП тоже хапнул? Да ебучий ты в рот. Далю нахуй. В смысле? Не, а, сейчас я посмотрю. Не получил. Не получил, да? Он позже зашел. Он как раз после начислений. Нет, нету. Ну ладно. Хочу, что сразу провокатором ГП еще дополнительно 500. На твою часть. Что ты скинул, то не решает проблем. Что еще до того, как это только появилось, челики писали на форуме, что они там, блядь, и переустанавливали клиент, заодно скачивали. Это нихуя не работает. Да не знаю, это просто что-то... Журная фигня просто. Вар, который в рейде, ты тут? Блядь, нихуй прочитаешь твой. Сашенька зовут. Тебе с кораблей надо чего-нибудь? Да, пояс, ой, это... спину. Понятно. Ладно, Пухан, на кого-нибудь поменяю. По приору смотри, если у него выше приор. Кого-то другого меняешь, все. Пухан чего? Выше, Пухан заберет. Тем одна и та же шмотка нужна, то попробуй. Может, провокатору нужны? Провокатор выше. Чего? Провокатор вообще там в жопе, что ты мне рассказываешь? Ага, у него 5.14.8. Вот я открыл ЕП, ГП, идет Пухан, потом нет, идет Эдвар. Нихуя. Я также провокатор выше. Ну, блин, смотри еще раз, пожалуйста. Провокатора 14 приор. 14.88, у Пухана 13.89. Ну, 14.88, у второго вара 4.843. И Пухан 13.89. Че, мы трэш-то будем бить? 13 лучше, чем 4. В общем, Пухан забирает. Да, ходят слухи, то, что у нас Ролка будет ходить в рейд. Даже была какая-то будет. Дайте касочку помогу. А вот этот вин какого-то сделать чисто на ловушке запускать. Сейчас на сундуке уже не присумонишься. А, они сделали защиту? Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, войдет в легенду. Это прикинь, сколько мимо донатшопа людей проходило мимо. Бля, я ебал в ЦЛК этот трэш осматривать. Буешка нормальная будет, мне отдадите. Или в ебу ГП сколько она стоит. Просто никто не ролит, кроме тебя, и все пошел. Кто заролил, тот ГП был. Да, получил ГП и отдал. А квеста нету на гиганта случая? Нет. Ладно.
Сейчас же один квест на целую карту, всю неделю. Ну, я и спрашиваю. У меня синдру было бы прикольно. Заберите паучка с Рейна. Ну, подведите паучка с... А вы что, покурите? Дайте нормальный, блин, каску, пожалуйста, а не кулак. Краха, наверное. Слава-тель. Ну как-то, блин, сегодня око как-то быстро убили. Я, типа, даже ничего постоять не успел толком. Уже бах, там лут пилят. Да, у вас стимул от самого присутствия Лёхи появляется. Просто РДД дохуя. Не, я просто не вижу шаманы. Причём, чё тебе шаманы сделают? Троллит слишком пизда. А это ролить можно? Ставить ближе. А ну если хочешь мне ее отдать, ну туз, которая 200-го левела, нахуй не нужна. А колечечко, пожалуйста, на базу. Это вот кольцо Эдварда Странного на нормальном лече вообще ништяк. Я тебе одно скажу, тут один друид слишком хорошо ролит. ХП. Че, кто-то сролил, да? Да. Бур, кто? Это был Гри. Какой? С двумя Т5? Да. Герои, мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем... Заберу. Жёстко наступили вы, а у меня ДБМ с тобой. Не откидывай. Говорят, ШП должен был. Заметил, типа на этих скелетах покаяние перестало работать, по-моему. Особо не работало. Нет, а работало, может было в контроле просто оставить. Только как шакал. Крестовская, она тоже не работает, в принципе. А Рога вообще в рейде нужен, чисто из-за этих ловушек же, да? Да не на напу, на пул. Она там еще урон бафит, блядь. 4% пизухи он дает. Кэрога, да? Нет, это не так уж и плохо. Провокатора возьмешь вместо них? Пока что. Будет тебе дополнительный баф. От Роги. Мне вот нахрен провокатора баф не нужен. Если честно. Я же знаю, надо кем-то сову. Я сову есть. На второго босса там этот семья танка спек нет. Нарцев. Хила. На первом так. Так, ставлю рыбу, ставьте шкаф. Ну тусуй, рейд. Да он же тут. С провокатором, если меня закидываешь и все. Да, подрубайте в стрим в Дискорде.
Кто там? Ну, он в другом дискорде находится. Какая разница? Кто ж тут мирал, а тут нет. Ямкаху магию обновить. Иди и пончик. Ты чё, Рох? Блять, это я промахнулся. Бьём так, наверное, да? Гоните, что ли, блядь? У адмирал, подрубай стрим. Вайп, а кто скульнул? Бейте сейчас все равно, вайпа же не будет. Не важно. Адмиралсу. Два ёбаных паладина, дайте по пристам, пожалуйста, каску, блять, и МП-5, я уже сколько времени ору. ПДК каску. Всё, флут, убейте. Кто сагрил босса? Адмир. Старый, я же сказал, я, мой косяк, промахнулся, блядь. То, что с паладинов бафлит. Посмотри, в полипауэре у кого-то каски стоят. У одного пала ничего не стоит, ник не могу прочитать. Оп! Подгорам кулаки. Пешка. Че, шипы будем ли тебя? Нахуй. По-моему, крыша, вот у него ничего не стоит в полипауэре. Типа... Так все заняты в полипауэре, что я тебе поставлю там? РДД. Ау. Как это делается, если ты не можешь поменять? Ну а чё, может, флот убьем нахуй? Я сейчас ГП понахуячу вам. Тут пул, наверное, идет или чё? Получат и палы свою ГП, блять, и адмиралы все. Босса убейте сначала. Минут релок. Бля, у вас нормально все идет? Что-то у меня фризит. О, успех, ролики. Кто там прям трое? Все нахуй знает. Тоже жестко. Да, так же. Очень жестко. Я сейчас ребугаюсь. Да это не помогает. Так вот, смотри, насчет полипа. Если все забито, жмешь, блядь, несколько раз обновить, пока у тебя не останется только твое окошко. Выставляешь, блядь, все и жмешь обновить, все, профит. Так, на будущее. Shift зажимаешь и стрелочкой вверх, колесиком вверх.
Это так проще, как ты говоришь. Чего не надо зажимать? Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Откройте его в спектр, нажму. Посмотрите на свои руки, задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах, все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Так, теперь с палами. У кого кто там по бафу пролетел? Я уже раз. Я. Я. Баб. Я на кулаках вышел. Не знаю, кулаки на всех есть. Мне, кстати, шифтом проще внутри. Единственное, то, что на бою не всегда работает. Лёх, я сову твою кикну с рейда, чтобы, блядь, она не показывается, чтобы да. ЕП не снимать. Лёха, ты на ком сейчас? Так, рыба. Кого он там спекал, Карин, тебя? Куда? В танк не спекал, Лех? На второго босса, да, Карина в танк, а этот тебе в хила. Попроще было. Крыть танк. Пачаны и поставьте. Ау, слышно? Да.
Это такой звук странный был. Это стрим. Я ж думал, нахуй все, комп загорел, блядь. Пенис, кого ты посадил на МП5? Поли паладина. А у меня кулаки? Паладин, ты не можешь мне дать МП5, а не кулак? Блять, так у меня нет. МП5 у Талдерама? Да, Талдерам дает МП5. Паладины, не в обиду вам, за все время существования этого статика первый раз вижу проблему с бафами у паладинов. Так у меня такая же хуйня. Блять, поставьте шкаф или нет, я не буду так долго. У меня МП5. Это все новые палы тут почти, два новых. А три даже в рейде у вас. Ну а почему тут этих пол висит баф, а остальных нет? Чё-то не сходится. Получается так, что три паладина бафают кулаки. На мне МП5 есть. Провокатора пробафали. Совы деревяшки, смотрите на контроле. Я слева? Да, Карин, давай ты слева. Проня, чего не хватает, Нарсия. Назначай. Дальше. Господи, первый этап, второй. Давай. Нарсия лево. Ну там право, драгон. Ретрик лево. Форсети право, Никитос лево, Проня право, Вар право, Ауди тоже право, я лево, Женек право, Адмирал Кирс лево, Локи лево, Беладонны право, Женуэн лево, Гринперсик право. Остальных кого не распределил, сами определитесь. Нарцев хиле, старик, ты ее налево надо. Да? Ну будешь, значит, хилом слева делать. Все, чекну. Артемия будет слева, я ее имел в виду. Извиняюсь. Старик, надо на второй фазе на косты сесть? Обязательно. Я на трэше на трэше? На трэше, да. Трэш. После босса, драгон сам в ретре поспекнешься. Контроллер раздали. Пять секунд, помощники. Контроллер раздали, ЖНН. В трэш надо бить, в трэш. Трэш залили, стопнули по боссу. Ты не мне,
контроль раздайте. Кир с собой верну. Ринжу взяли между собой. Выводи ее оттуда. За духами смотрим. Будете духа хапать, будете ГП получать. Духи. Мили. Хилам, он побежали. Контроллер раздайте. Так, Нарция, Берни, Япончика. Пока тут Берни, Женуэн, Женуэн, Локи. Спасибо, неужели. Трэш заливаем, духи появились, в центр идут. Баф раздайте. Контроли, контроли, трэш добейте, пожалуйста. Ренжу между собой. Духи будут. Вот духи появились. Он к хилу бегут, хэпал. Хватанул, молодец. Духи. Контроль 5 секунд. Духи в мили-зону пошли. За хил танк. Хильните Брун. Контроль раздайте. Все два дерева и сова. Раздайте, раздайте эфиры или что-то на них. Карина, по возможности БРнишь пока тут. Да. Гримперсик пока тут БРни. КД. 5 КД. БР. А сейчас добьем уже 30%. В трэш свечнулись. Контроль разума через 5 секунд. Духи в центр вам побежали. Контроль раздали. Все, все в босс. Духов не ловим только. Снимите, пожалуйста, хекс вара. Молодцы. Так, на кораблях я в Редрике. Ну, вот так. Сарф, ты в Редрике. Если провокатору ничего не надо, то, наверное... Что там, резнуть некому, да? Япончик, у тебя дис есть? Да-да. Можешь мне скидывать. И меня на замену, пожалуйста, это старик. На корабле. Там у Бухана приор выше. А эту хуету на офспек тоже за ГП или нет? Нет. А это вообще что за хуета? Шалем.
Только маговский. Да, делать нехуй, сделаю потом. Херачивай 700 гп. Я спросил, на офспек, я могу ее выкинуть, мне похуй. Мне ответили нет. Подожди, у тебя же элем. Мейнспек. Ну надо она кому, я тогда сейчас передам, выкинете сами. Дайте каску по ДК. Я заберу, когда секстант упадет. Пока смысла не вижу. Вон, Драгону отдам. Он меня по-любому всучит, если не отдам. Он выкинул. Ну, мне минутку бьет. Да подождите, вы дайте сказать. Да заткнитесь. Отдайте Локи осколок. А, Локи, точно. А с первого не было? Был бы он бы тебе написал. Чем мы стоим? Давайте чистить трэш. Драгон, выкидывай ее. Все, я отдал. Он выкинет сейчас. Кто там так волновался? Кирс, ты? Не, просто я по такой логике бы тоже себе взял, я его выносить не буду, но я бы взял. Я понял, я понял. Драгон, выкидывай. Мне в кота обратно спекаться или нет? На орке можешь спекнуться. На орке, короче, проще и этот, пока тут хилят, все остальные можете в ДД. Да я уже уничтожил. Я просто заебался слово удалить. Кто у нас в танках остается? Войт и Бру. И Войт. Так, Вар, чё, я тебя поменяю с Пуханом? Он все равно по приору да, выше. Да, смысла нет, у меня тут у него приор выше. Ага, добро. А чё, мобов терпеть надо вот этих? Нет, вот чё они сюда пришли? Только на орка я зайду, хорошо? Завтра у нас ЗС? Ока, Гер. Это не УДВ. Пойдем ДВшником давить, Ока, Гер. Блять, там сначала некоторые доступ, хотя бы доступ будут. Мы, блять, на Халиона собраться, Гер, не можем. Типа лича что не будем убивать, на шестя убить. Нахуй личка, да есть только Гер. Ты охуел, что ли, нахуй лич? Я сплю и вижу, блять, теренаску эту ебаную. Типа, че ни одного убийства не было, смысл там мучить жопу. Ты Редску прошел в Хаймерскую, чтобы вообще туда попасть? Ты ее там не еще проходить. Я на этом корабле. Так, Драгон в Ретрике, я так понял. Да. Артемий, ты на этом. Вот туда. Успел. Сама хвалилась там, что до хера ДПС. Вот, сука, вот как можно успеть пушку сесть, я хуй знаю. Тут со вчерашнего дня, что ли, с того КД ночует, я хуй знаю. Мы прям перед тобой пробежали. Пока пошел ранец брать, они сразу в пушку побежали. Ладно, все, это, чек. Ой, Пухана сумоним, давайте шкаф. В форсете трупы умоляют. Ну некому штанчить. Скажи, бесполезные танки, да? Старик, может орка закроем до времени, но РС-ку останется обычку. Какого орка? Мы дальше куда? Конечно. А дальше? Такая РС обычка. Уж гильдии нихуя. А все РС уже можно с кем-то, да, ходить? А, Лех, да, я тебя хотел спросить, РС обычку убираем с этого сорта? Да, уже нету, все, забей. Все, можете с пугами ходить. Заебись, эту триню никогда не поймаю, нахуй.
Так ты за ноль собирай за ноль. Не знаю, это тренер, блядь, первый раз. Она кроме тебя никому не нужна будет. Сразу с ХМа полутаешь. Пухан, ты на корабле? Ну и все, на бафы похуй. Это ж корабли, ты че? Воспряньте, сыны и дочери Аркадии! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом! Поставлю, не переживай. Так, на тот корабль уебываем, и пока Войду больно не станет, сидим там. А Войду не станет. Что это там вдалеке? Все-все уходите. Я даже у япончика тернаска. Не, ну... Пухан, останься ты здесь, да и драна. Да зачем? Как я сейчас буду? Ладно, валите все, если что, я ей помогу. О, ты вали туда. Чего у вас тут так до хрена на этом корабле? Драгон, капли дашь, сам без этого. Капли? Блядь, так его вам... Да, начал поднимать. Ну да.
что-то мне кончик зубы. Давай. Я уже тебе дал бы зубы минут назад. Ты тоже там просто 10%. Сколько там осталось-то? 50 тысяч. Да-да-да, там копейки остались, не волнуйся. К сундуку не подходите, пожалуйста. Что там, кого что надо было, кого менять?